простое, именно по образцу этого доказательства строится разумное доказательство вещей типа это Лем Панкара Гдайбова Тантека. Посмотрите, у вас есть звездчатое подмногообразие D в РВН. Звездчатое – это значит, что у него есть точка X в D, такая, что D есть объединение отрезков, соединяющих X, значит, отрезки от X до Y по всем Y, лежащим в D. Но другими словами, что это область, открытое множество, содержит все отрезки, соединяющие фиксированную точку и ее точки. Вот. Это вам позволяет построить векторное поле, радиальное, F, радиальное векторное поле. Радиальное векторное поле. Ну, оно в каждой точке Y приложено в направлении от X, и его величина равна, как бы, по модулю, оно равно длине этого отрезка. Ну, там, если вам охота, чтобы оно было гладко, то, наверное, нужно будет немножко помассировать. Хотя нет, вроде нормально. Радиальное векторное поле. Вот там, да, ну, даже нуля гладко. Вот. И вы замечаете, что ER умножить в коммутаторе с D, антикоммутаторе, дает производную ли вдоль F. Вот. Ну, отлично. А теперь давайте предположим, что это можно обратить. Это что это, вот эту вот производную ли можно явно обратить, просто проинтегрировав любую форму от нуля до заданной точки Y. От нуля в смысле от X. Ну, проинтегрировав, в смысле проинтегрировав коэффициент, форм, степень формы при этом не изменится. А? Радиальное векторное поле. Оно радиальное. Оно приложено в точке, к точке Y в направлении от X. И его величина в точке Y равна длине отрезка от X до Y. Совершенно конкретное векторное поле. В координатах оно выглядит как сумма X и T, D под X и T. Если 0 от наш X. Вот это вот. Вот, мы, значит, каким-то интегральным оператором обратили это производную ли, и этот интегральный оператор, ко всему прочему, коммутирует с дифференциалом Дюрама. Вот, дальше вы говорите, что у вас будет ро, любое ро равно антикоммутатору ИР, ИР и Д, ну, умножить на вот эту производную ли доли R минус 1. Производная ли вдоль R, и R сохраняет, и D сохраняет, всем коммутирует. Может на ро. Сейчас, простите. Да, нет, правильно. Это правильное выражение. Да, но теперь, если ро у вас замкнуто, то D от него равно нулю, поэтому получается, что ро есть и R, D, ли R минус 1 на ро. Вот. О, простите, D на R. Ну вот в данном случае она обратима. Кроме как на констант. Кроме как на констант. На константах она не обратима, поэтому получается как раз, что гомология этого самого это как раз констант. А как мы поняли, что она обратима все только как констант? А мы просто явно написали интеграл. Вот такой. Просто берем форму, интегрируем ее коэффициенты вдоль отрезка. Производная от этого как раз будет сама форма. Вот. А с функциями это не получается, потому что просто, ну, когда мы делаем это с константой, там, если аккурат поинтегрировать, будет бесконечность. Это какое-то отображение на векторных полях сейчас записано, да? Не, на формах. Эта штука это обращает производную. Нет, производная ли это ИР коммутатор с D, антикоммутатор с D, производная ли. А ее можно обратить. Потому что есть другое определение производной ли, что это у нас есть дифеморфизм, который просто растягивает как гаметрия. Он действует на дифференциальных формах, производная ли это производная от гаметрия.
Вдоль понятно, что на самом деле ГМТТ действует на дифференциальных формах обратимо. Можно посмотреть, как она действует на коэффициентах, потому что на постоянно векторных полях она берет постоянное векторное поле, просто его берет постоянную форму и умножает ее на число. Вот. А функцию она, так и обратить ее на функцию довольно легко. Вот. Мы получаем вот такое выражение, и из такого выражения мы получаем такое выражение, которое и дает нам такая схема Панкара в одну строчку. Ну, зависит от того, что надо все-таки как-то уметь этот оператор обращать. Вот. Но вот сегодня в прошлый раз происходила борьба за нечто похожее, потому что мы вместо радиального электронного поля брали вращение по туру. Вот. Я даже думал, что из этого можно вывести схему Панкара, но нельзя. В некотором совершенно неожиданном месте она не выводится. А? Галлема Панкаре, а именно что на замкнутых формах, замкнутые формы точно. На этом, если они не степени ноль, то есть не функции, и это защитная форма в R1. Галлема Панкаре называется. Окей. Это просто мотивация того, что дальше будет. Значит, дальше у нас, я вам покажу то, что слайд, относящийся к тому, что уже было. Значит, у вас есть, если у вас есть представление конечномерная, скажем, тора, это группа, естественно, мы думаем про тор, наверное, как про многообразие, про группу, действует на V, размерность V меньше бесконечности, то тогда V есть прямая сумма линейных, комплексная, прямая сумма линейных пространств, где V альфа одномерная, представление. Ну, а тор нам действует как на полиноме Фурье. Вот здесь написано. Я же знаю, почему у нас вот нижней строчке у нас нет члена с ЕС умножить на D и умножить на... А потому что она замкнута. И D это не равно нулю, а F коммутирует дифференциал. Ну, D коммутирует с производной Ли, естественно, а форма замкнута, поэтому если ро замкнута, то тогда вот это вот второго куска нет. Эта штука называется оператор гомотопии, кстати. Вот, оператор называется оператором гомотопии, если гамма в коммутаторе СД равно тождественному. Вот. Он называется оператором гомотопии, потому что он позволяет явным образом обратить дифференциал на замкнутых циклах. То есть он зануляет к гомологии. Если у вас есть такой оператор, то у вас гомология зануляется бесплатно. В данном случае оператор гомотопии – это вот эта вот штука. Вот. Ну и идея в том, что очень хочется построить оператор гомотопии на дифференциаль долбу, да? Ну нет, это просто композиция двух операторов. Нельзя поставить ИР в обращение производной ли, потому что ИР можно поставить в РО, а это действует на РО. То есть этот оператор понижает степень, этот сохраняет степень гомотопии, должна как раз понижать степень. Ну окей, давайте все-таки я вернусь в тору. Повторю то, что было в прошлый раз в двух словах. Вот если у вас одномерное представление, конечномерное представление является прямой суммой одномерных. А бесконечномерное, если оно там топологическое или еще лучше, просто со скалярным произведением, то есть Арметова в... Есть прямая сумма линейных, в альфа одномерная, и вот здесь пополнение идет. Это называется весовое разложение V. Здесь пополнение, и значит теорема, которая была, что любое Эрмитово представление Т альфа, ТВ допускает весовое разложение.
Ну, как бы, типичная ситуация, когда у вас есть пример, когда у вас есть весовое раздражение, это просто функция на окружности их ряда Фурье. Вот. Каждый моном Фурье дает вам линейное подпространство, потому что окружность наедине с умножением на число. Вот точно так же функции на туре тоже можно разложить ряды Фурье. Такие у вас будут многомерные уже полиномы, а не одномерные Фурье. И там тоже все будет раскладываться. Прямую сумму наказывается, что это то же самое верно вообще для любого представления. Вот. И чтобы... Я не могу повторять догадательство, оно довольно простое, но я просто скажу как бы юристическое обоснование. Вот вы все помните, что любое представление группы, скажем, неприводимое, вкладывается в групповую алгебру. Потому что если у вас 25 отображений из группового алгебры, вы в любое представление. Кто понимает, что я сейчас сказал? Ну, мы говорим про конечную группу или про унитарное представление, поэтому вводим. Вот, то есть, потому что у нас есть разложение в прямую сумму. Вот. Так теперь то же самое, на самом деле, верно для компактной группы. Если у вас есть неприводимое представление, и из него есть из функции на группе, надо думать про функции на группе, как про групповую алгебру. По сути, это то же самое, да? Вот. И из функции на группе вот в это любое неприводимое представление будет гомоморфизм, такой дебильный. Вот. Но если представление приводимое, то там вам придется взять несколько копий. Самый простой способ – это просто взять пространство этого представления, то есть группа, вы берете представление ее W, и вы берете функцию на группе, там L2, скажем, если нас интересует, и умножаете на V. Вот. Это тоже как бы, ну, про это надо думать, как про групповую алгебру. Вот. И она отобразится, здесь было, это как, просто как векторное пространство, но отображается в как представление, в W. Вот. Ну, по стандартной формуле вы берете, ну, по стандартной формуле, вы берете здесь вектор W большом, вы берете, вам хочется, у вас есть какая-то функция f умножить на этот вектор W. В общем, я писал эту формулу, буду сейчас повторяться, которая отображает, значит, W, там на самом деле в обратную сторону, мне кажется, проще написать, отображает это сюда. То есть, на самом деле, надо W, конечно, реализовать как отображение здесь, а это совсем просто. У вас есть вектор W в вашем пространстве W, и вы переводите W в ρ W, которая в точке T, ну да, в точке G, потому что это ваша группа лежит, равно, значит, эта функция из G в W, эта функция в применении к G равна G от W. Такая функция. Вот это вам даст предложение отсюда сюда. Это будет представление, и это будет представление, только вот здесь W как бы не как представление фигурирует, а как векторное пространство. Вот это очень похоже на то, как вы хотели бы в групповую алгебру вложить представление. На самом деле, вот здесь написать групповую алгебру, здесь любое представление, это будет ровно то же самое вложение. Вот. Ну, то есть для того, чтобы получить это весовое разложение на любом представлении, достаточно получить его на функциях на торе, а на функциях на торе это для Фурье. Так, кто-нибудь хочет, чтобы я что-нибудь еще это как-то откомментировал? Вы же это был? Да, давай. Торт компактная группа. Да. Но там тоже верно, что у тебя все представления одномерны. Вот. Ну и дальше любое представление можно вложить в L2 на торе. Ну и в обратную сторону у тебя будет просто, ты отложишь его в прямую слагаемую по здесь элементовой метрики и просто проектируешь. Мы вместо G берем торт. Ну для любой компактной группы так и работает. Да? Хотел сказать, что у нас компактная группа тоже имеет немало денег немножко для того.
Хорошо. Это было то, что было в прошлый раз. Еще то, что было в прошлый раз, то же самое имеет смысл применить дифференциальную форму на торе. Ну и на любом многообразии. Вот. Давайте сначала я любого многообразия это произнесу, а потом для тора. Здесь нам не нужно, потому что здесь это разложение можно просто явно руками получить. Ну, наверное, с другой стороны, нужно с мерой, чтобы там все интегрировалось, так что уж компактное просто. Потому что иначе мы замучаемся, нам придется преодолеть целую серию мер, там как-то идти в бесконечности. Точно компакт. А не нужно полноты. Вот. То есть это, конечно, для полного особенно полезно и приятно, вот, но, в общем, не нужно. Все, что нужно, это нужно уметь усреднять по действию группы. Да. То есть интегрировать, но интегрировать по действию группы довольно просто, раз на компакт. Можно с коэффициентом в любом векторном пространстве. Окей. Значит, пусть у нас есть М, это какое-то пространство действия тора. Ну, многообразие действия тора. Можем формы на М дифференциально разложить прямую сумму. Точнее, пополненную прямую сумму. Воспользуемся этим теоремой про весовое разложение. У вас там будет лямбда со звездочкой от m, а здесь будут веса. P1, талия Pn. Это как бы степень со звездочкой при нон-фурье. Моно-фурье. Вот. Ну и первое наблюдение тривиально. На самом деле это надо было еще там сделать, что это разложение единственное. Просто потому что это разложение, на самом деле, это разложение весового пространства относительно алгебры Ли. Вы берете алгебру Ли, вы берете ядро, у вас алгебра Ли минус какая-то линейная форма действует, вы берете ядро вот такого отображения на вашем векторном пространстве, и это как раз и будет весовая компонента, соответствующая данному весу. Вот, то есть такое разложение единственное, и более того, оно гладкое. Да, и коммутирует с D, естественно, потому что дифференциал Д-рама коммутирует просто с производной Ли. Вот, а это как бы и собственный пространство этой производной Ли. Вот, наконец, все эти компоненты можно явно получить вот таким вот усреднением. Ну, как это увидеть? Это просто увидеть. Во-первых, нулевая компонента получается просто тупо усреднением по тору, да? Вот. Ну а дальше, если вы хотите получить какой-то момент другого веса, давайте поменяем веса просто в этом представлении. Домножим все наши действия просто на какой-то вот этот вот скалярный характер. Наш манон Фурье. Вот. Найдем инварианты и домножим на скалярный характер обратно. Вот так и получается эта формула, которая здесь написана. Вот. Ну, а хоть скоро есть такое разложение, тогда вообще гладко и все. Очень простая. И можно там оценки написать, типа, что если форма ограничена каким-то числом сверху, то это ограничено. Единственная тонкость тут состоит в том, что на самом деле, по ходу, когда я это формулировал, я говорю, что там есть Эрмитова метрика, который все сохраняет. А чтобы получить такую эрмитовую метрику на пространстве дифференциальной формы, она нужна мера на n, как минимум. Ну и римного структуры, сохраняемая m. Сохраняемая же. Ну, тором. Но римного структуру как бы найти просто, то есть найти метрику, римную метрику, потому что надо выбирать любую, как вам нравится, и усредняете по тору. Вот. Ну а мера на некомпактном многообразии не дает вам, собственно говоря, никакой метрики на функциях, потому что она дает метрику только на L2 функциях. Вот.
Ну, давайте рассматривать. Там просто интегрируемые формы. А для компактных никаких проблем нет. У тебя все непрерывные формы интегрированы. Ну, вот. Там можно брать любую совершенно инвариантную меру. А здесь, так, если мы хотим аккуратно это все сделать, то есть для всех непрерывных функций, нам нужно брать систему мер, которая сходится на бесконечности, постепенно растет, растет. И у нас получится такое как бы вложенное семейство элементов пространств, но еще лучше не связываться. Хорошо. Теперь поводу теоремы. Тоже было в прошлый раз. Значит, теорема Дюрама. Как она с этим связана? Значит, теорема, что если у вас есть в этих условиях, но опять-таки, она должна быть, наверное, Риманова. Ну, тут не описано, что Риманова, но полезно потребовать что-нибудь типа компактного. Или не обязательно. Вот. А потому что мне нужно, чтобы это все было это Ермитова, для того, чтобы по весам раскладывать. То есть не обязательно, на самом деле, так ну, просто больше, ну, совсем уж полное общество, я боюсь, что по весам разложить не получится. Ну, я не придумал правильное общество, которое можно раскладывать по весам. Вот. Значит, пусть М гладкая, ну, пусть там есть разложение уже. Вот. Лямбда со звездочкой от М есть прямая сумма пополненная лямбда со звездочкой от М. P1, талия Pn, второе весовое разложение. Разложение. Ну и мы возьмем инвариантную компоненту. Ее можно обозначать либо лямбда со звездочкой от m tvn, это на того, что это инварианты, либо лямбда со звездочкой от m, а здесь 0,0,0. То есть нулевые веса. Вот. Ну, она вкладывается, лямбда со звездочкой от m. ТВН вкладывается в лямбда со звездочкой от М, это индуцирует изоморфизм в гомологиях. Ну, это вот немножко похоже на то, что я вам рассказывал сначала, такая схема показа. По сути, просто что здесь говорится, что любое действие тривиально на гомологиях, вот, любое действие группы Ли связано с тривиально на гомологиях, вот, и вы можете взять какую-нибудь форму, усреднить. То есть тут можно без одного разложения делать. Смотрите, вы говорите, что, дескать, если вы знаете, что действие группы Ли тривиально на гомологиях, вы берете здесь какой-то класс гомологий, вы его представляете в виде формы, вы усредняете эту форму по группе Ли, она будет иметь тот же класс гомологии, она происходит отсюда. Вот это такой способ обратить эту стрелочку. Ну давайте я все-таки скажу в удобном мне виде, потому что потом я это буду, мне нужен явный оператор. Вот этим явным оператором я буду, потому что я это сейчас буду делать, да, ой, дай бог. Вот, значит, если у вас есть, значит, шаг 1, если у вас d альфа равно 0, то тогда d альфа p1 тавеля pn тоже равно 0. То есть производная от весовых, ну, дифференциал дырама от весовых компонентов равен 0. Вот, шаг 2. Вот, ну тут можно для небольшого упрощения наш выбрать образующий наш алгебрилиатор таким образом, чтобы производная Ли вдоль РИТ это элементы в алгебрилиатора, образующие, ну, просто поля вдоль окружности. Вот, и мы хотим, чтобы они действовали на, например, на ряда Фурье, на полиноме Фурье F P1 талия Pn, это моном Фурье, было равно ПИТ, ну, корень из минус 1 ПИТ, но моном Фурье. Просто взял замкнутую форму? Да, я сказал, что у них все
компоненты, весовые компоненты тоже замкнуты. Это я уже говорил. Вторую мы взяли, там вот такую штуку, вот и теперь это как бы таким образом производная Ли РИТ на весовой компоненте веса P1 на лямбда со звездочкой от М P1 тайля ПН действует как вот РИТ в ограничении на эту весовую компоненту равно ну, просто соответственно умножить на корень минус 1 ПТ. Вот. Ну, теперь мы можем написать антикоммутатор подстановки ИРТ, дифференциал Дорама при ограничении на эту лямбда со звездочкой от М P1 талия ПН. Простите, давайте лучше просто применим это дело, поскольку мы это уже знаем, применим это дело к альфа P1 талия ПН, то есть компоненте альфа. Вот оно уже замкнуто, поэтому d от нее равно нулю. Поэтому это будет, с одной стороны, d от ir и t от альфа, а с другой стороны, по этой формуле, это будет корень из минус 1 p и t от альфа. Вот. Ну, из этого радостно... Это вот здесь число, просто p и t здесь число. Ну, теперь можем разделить на p и t и получить, что альфа есть d от и, р, и, т, альфа делить на корень минус 1 п, и, т. То есть из точности, из замкнутой формы идет точность всех компонентов. Единственный компонент, который может дать кладку гомологии, это нулевая компонента, поэтому это их модель. Вот. Ну, просто смотрите, у вас... В принципе, на этом разложении в прямую сумму дифференциал Дорама действует на каждой компоненте. Вы просто можете посчитать его гомологии на каждой из компонентов. Вот. Ну и они все равны нулю, кроме как для нулевой компоненты. Вот. Ну, там со временем я напишу просто явно этот гомотопический оператор. Вот здесь просто некий геморрой писать гомотопический оператор, потому что там для разных P придется по-разному писать, там складывать. А потому что у нас весовое разложение коммутируется Дораму. Ну, если d от нее равна нулю, то d от весовой компоненты равна нулю, потому что весовое разложение коммутирует с Дорамом. Ну, пусть у нее d от какой-то весовой компоненты не равна нулю. Да. Тогда и d от нее имеет этот весовый компонент не нулевой. Потому что проекция на весовой компонент коммутирует с Дорамом. После явную тут, между прочим, тут важный момент. На самом деле, если мы пробуем написать явную форму, она не очень хорошо сойдется. Нужно будет проверить, что она сойдется, потому что будет бесконечная сумма. Вот. Но это легко проверить, потому что тут P и T идут в бесконечности очень быстро и гораздо быстрее, чем, собственно говоря, ну, как бы у вас будет оператор, у которого диагонально и на диагонали стоят числа, которые идут линейно в бесконечности. Один на их идет линейно в бесконечности. Вот. То есть очень быстро убивают. Такой оператор все освоится. Вообще не меняет никогда. Ну, я этим не пользовался нигде, между прочим. Вот. Но я могу это сказать. Зубы говоря, вот это то, что я сейчас сказал, на самом деле это и есть. Что такое усреднение формы? Как раз отображение отсюда сюда. Ну, как бы это проекция из этого пространства в это ортогональное. Вдоль всех остальных классов. А? Группа тура вообще. Да, а для несвязанной, конечно, не верно. Спасибо. Я все-таки не понимаю. Ну хорошо. Понятно, что D коммутирует здесь набор. Пусть у нас есть какая-то форма, которая D не больше. Но мы соответствуем. Лучше еще форма. Откуда же? Если что-нибудь сотру, напишу. Вот у нас есть
альфа, который сумма альфа плюс 1 таля pn по всем p. А d альфа и сумма d альфа 1 таля альфа плюс 1 таля pn. Это весовое разложение по альфа. Да. Вот. То есть если альфа равна нулю, то это весовой комайт равна нулю. Весовое разложение единства. Окей. Значит, давайте теперь я закончу это совершенно нетривиальным вычислением кохомологии Тора. Ну, так говорю, я когда ехал в метро, я думал, что это удастся дожать до нового доказательства лемма Пуанкаре, не удастся. Слайда Хейл, к счастью, нет. Да, и вот это наблюдение насчет сходимости, которое я вам говорил, оно потом еще несколько раз будет, я буду его опускать, потому что, ну, сходится и сходится. А в принципе, это надо проверять каждый раз. Вот, значит, определение. Постоянная дифференциальная форма в натуре. Форма на ТВН-ный. Это ТВН-инвариантная. Инвариантная. Вот. И она является координатным аномом. Она является координатным аномом. Ну, понятно, коэффициент все постоянный. Потому что у нас только инвариантными функциями могут быть только постоянные. Вот. И значит, теорема. У вас есть отображение лямбда со звездочкой от ТВН постоянное. Это отображается как кохомология. Но они все запутаны. Потому что они коэффициенты постоянные. Изоморфизм. Я подозреваю, что это все знают. Вот. Но тут доказательство немножко проще, чем всегда. Значит, доказательство. Ну, у вас есть лямбда со звездочкой от ТОР инвариантная. Это то же самое, что лямбда со звездочкой от ТОР постоянная. Вот. Это индуцирует изоморфизм на кохомологии. Ну, а с другой стороны, здесь у вас дифференциал драм просто нулю на таких форм, на постоянных формах. Поэтому это не просто изоморфизм кохомологии, это изоморфизм алгебры. У вас дифференциал равен нулю, тут как бы эта штука просто равна своим кохомологиям. Какие-то вопросы есть? Ну, хорошо. Вот, теперь пару слов про гламорфные векторные поля. Это, на самом деле, такая тема. Большое количество людей на этом жутко путаются. Потому что, ну, как бы на комплексном многообразии есть два понятия гламорфных векторных полей. И они абсолютно разные. От одного можно с некоторым трудом к другому перейти. Вот, но как бы, если вы делаете алгебраическую геометрию, вы пользуетесь одним, если вы делаете дифференциальную геометрию, вы пользуетесь другим и почти никогда не переходите. Вот. Ну и люди это очень запутывают. Значит, определение. Пусть у вас есть x вещественное векторное поле. Вещественное. То есть, если бы вы хотели в голоморфную в трестный многообразие, то это было бы комплексное векторное поле. Называется голоморфным на комплексном многообразии. Многообразие МП называется голоморфным. Голоморфным. Если производная ли вдоль x от и равна нулю, то e, если соответствующий поток дифференциалов, то есть мы берем это поле и интегрируем до потока, голоморфный.
Ну что такое производная ли от и равно нулю? Это значит, что и постоянно при действии этого потока. Потому что производная ли от тензора – это то, как меняется это производная, а то, как меняется тензор при действии потока дифеморфизмов. Вот эти утверждения. Его, на самом деле, можно было, конечно, сильно помучившись, вывести для почти комплексного многообразия и без всяких приведений к координатам. Но мне не верю. Ну, выводится, мне пару раз удавалось. Но это реально, я простого аргумента здесь не знал. Ну, конечно, нет, я думаю, а, нет, то есть на почти комплексном многообразии, наверное, неверно. Я имею в виду, как бы выводить стандартные свойства. Вот, но тут у меня вообще, видите, выведение этого, значит, утверждение такое. Пусть x голоморфно, тогда xc, который есть просто и от x, тоже голоморфно, и коммутирует. Значит, и коммутатор x, xc равен 0. Значит, доказательство, просто мы пользуемся тем, что это можно выправить. Вот. Ну, не знаю, на самом деле. Я думаю, что если у нас есть аргумент, который из почти комплексных это применяет, то может неверно, кстати. Ну, какая-нибудь там ослабление, может, и верно. Вот. Но главное, что тот аргумент, который я говорю, он сейчас чисто как бы использует там какие-то из пушки по воробьям, то есть использует мощное утверждение, зато сильно упрощает. Вот. Доказательство. Шаг один. Мы берем. Мы будем считать, что наше поле не нулевое никогда. Значит, x не нулевое, не равен нулю нигде. То есть я сначала разберу этот случай, а потом буду выводить все остальное. Вот тогда он выпрямляется, у нас получается координатная система z1, тогда я zn, такая, что производная ли от z и t голоморфная координатная система по x равна нулю для i больше нуля, а производная ли от x от z один есть зато один. Спасибо. Вот, то есть я как бы взял векторное поле и стал решил этот набор дифференциальных уравнений, но поскольку соответствующие дифеморфизмы. То есть просто вот тоже здесь написано, что дифеморфизм сохраняет зетэта. А то, что здесь написано, это то, что дифеморфизм превращает зетэта в зетэта плюс константу. Вот. И естественно, что это решение этого уравнения тоже будет голоморфное. Ну просто тоже здесь все данные голоморфные. Поток дифеморфизмов голоморфный. Взяли. Вот. Но с другой стороны, а что это вообще-то значит? Это значит, что x это d по d x1, где x1 – это вещественная часть z1. Берем координату мнимую часть z1 он сохраняет, а вещественную часть… Давайте лучше напишем z… Ну да, нет, наверное, правильно. Давайте лучше я напишу, вот так как у меня есть, кажется, правильно написано. У меня есть щепотка написана. Давайте лучше один напишем. Ну, все, что я хотел сказать, то, что я хотел сказать, это на самом деле, то, что она вот так вот устроена. А что здесь будет z или z1, я сейчас не могу сообразить. Но я имел в виду, что сдвиг прибавляет константу. Тогда должно быть вот это. Да, прошу прощения, не z1, конечно, а 1. Но в любом случае это решается дифференциальное уравнение, нам нужно, чтобы вот так все решилось. Вот. Ну отлично, значит мы получили, что тогда y есть d по dy1, где y1 есть ре от и мнимая часть от z1. Вот. Но они коммутируют, и то есть x, это голоморфное векторное поле. Что-то это не очень.
Ну, мы взяли этот x, мы решили такой набор дифференциальных уравнений, получив новую систему координат. А в целом? Ну, например, да. Взяли, получили новую систему координат, в которой вот это как бы дифференциальный действует вот так вот. Он прибавляет z константу, z1 константу, а все остальные сохраняют координаты. Но это тоже здесь написано, это буквально значит, что это векторное поле вдоль x1, координатное, где x1 причастна часть z1. То, что координаты в векторном поле именно так и действуют. А? Это на z1. Да, это на все z1, набор дифференциальных уравнений. Ну, вопрос, как бы нам еще хочется, чтобы оно было не с самого начала, чтобы решение дифференциальных уравнений было, у них производные были бы взаимно, дифференциалы были бы независимы. Вот. Для этого нам нужно просто с самого начала, это достаточно только в нуле, но для этого нам нужно просто с самого начала выбирать z и t больше единиц таким образом, чтобы x их не очень сильно менял, а z1 выбрать наоборот такой, чтобы дифференциал был вот в направлении x. Потому что априори как бы, то есть мы хотим, чтобы решение этого дифференциального уравнения не сильно меняло производное от z. То есть пользуемся тем, что у нас x гломорфное? Конечно. Потому что иначе z решение этого уравнения будет гломорфным. То есть нам нужно, чтобы наши координаты были гломорфные, иначе это как бы лишает смысла. Ну, дело в том, что это же соответствующий поток дифеморфизмов гломорфный, и вот это гломорфный. Ну и существование единственности более-менее. Нет, в этих координатах и это просто поворот на как бы, мнимая часть z, две часть z это приходит мимо часть z. Совсем простой. Не работает. Она вообще очень много всего требует. Она нигде не использует Невихойс, например. А в принципе, должно существовать осмысленное доказательство этого дела чисто в дифференциально-геометрических терминах, без чисто Невихойс, да. Вот. Но если ты хочешь, ты можешь выйти его написать, если ты его помнишь. Я уже смотрю на это, но мне писать тоже. Выглядит он чудовищно. Вот. Была важность эквивалента того, что 0 есть гломорфная, это вектор. Гломорфность – это то, что экспонент является гломорфным оператором. Гломорфным преобразованием. То есть он лежит в Т1,0? Нет, он вещественный. X вещественно. Это вот очень важно. Действительно, вот можно взять x плюс корень из минус 1 и x корень минус 1 и xc. Вот. Это будет гломорфное векторное поле в смысле алгебраической геометрии, чем я не собираюсь пользоваться. Вот. Но не любое векторное поле типа 1,0 таково, а только очень специальное. Да, это второе определение, которое вы говорили, это гломорфное сечение гломорфно-касательного рассвоения. Да. То будет вот эта штука, но доказывать это, ну, так вы сами можете доказать, просто вы возьмите, вот у вас есть гломорфное сечение, гломорфное векторное расстояние, а вы решите следующий дифур, комплексный уже, с комплексными коэффициентами, у вас получится дифеморфизм вашего многообразия, который будет на c, то есть сейчас будет, раньше у вас был дифеморфизм, подреализованный r, потому что все было вещественное, а дальше у вас комплексное дифференциальное уравнение, у вас получается дифеморфизм, подреализованный c. Дальше вы берете вещественную часть, а тут вы едете теперь не всего c, а вот только по оси иксов, и вы получаете векторное поле уже вещественное и, соответственно, вот такое. Но это ужасную путаницу создает, как показывает опыт, поэтому лучше про это просто не думать. Векторное поле, оно происходит, скажем, гломорфного действия
Но если нет гломорфных действий окружности, потому что окружность не комплексная группа Ли. Ты имеешь в виду просто векторное поле, которое интегрируется до окружности. Гломорфное векторное поле, которое интегрируется до окружности. Окей. Очень хорошо. Да, но только при условии компактности, потому что не всегда можешь это доинтегрировать до бесконечности. Нет, из окружности вся можно сделать, доделать до C созвучки. Потому что я, в принципе, там оно доделается до C, но C фактор по Z как раз C созвучки. А до C она всегда продолжается. Любое гломорфное поле на компакт продолжается до единицы C. Это стандартный факт про. Второе определение не давал. В избежание путаницы. Да, между прочим, вторая часть. Спасибо большое. И шаг 2. Я про него забыл. Значит, нам теперь действительно пусть оно зануляется. Вот. Во-первых, это утверждение XC голоморфно и X коммутатор из XC равно нулю, верно. На замыкание множества, где x не равен 0. Ну просто потому что есть некое выражение верно, но оно непрерывно. Обе эти выражения непрерывны. Поэтому они продолжаются на замыкание. А с другой стороны, у вас осталось открытое множество, про которое вы не знаете. Но это открытое множество, на нем вообще x равен 0 торжественно. Поэтому я там тоже верно. Вот. Вне замыкания x равен 0 тождественно. Ну, как бы, и мы все получили. Вопросы, комментарии? Ну, я пойду дальше, потому что тут как бы дело, пока было как бы дело довольно нехитрое. Вот. Теперь я хочу сделать формулу Кардана уже для дифференциала Дальбе. В принципе, это некая проблема, потому что вот мы знаем, например, что если у вас есть компактная группа Ли, и связанная с группой Ли, то она действует на гомологиях многообразия 3VI. Вот. Это вот, собственно, та формула, которую я вам писал, и выводим формула Кардана. Из нее следует, что действует на гомологиях многообразия 3VI, потому что у вас есть производная Ли до икса, это коммутатор D и X. Вот. Поэтому применение к замкнутой форме альфа, это будет равно d от x альфа, значит точная форма. Вот, поэтому производная Ли не меняет класс гомологии. Ну и производная Ли, она нулем действует на гомологиях, а следующий дифференциал не меняет класс гомологии. Вот это то, что категорически ломается в комплексной геометрии. Вот. И теперь я буду это править. Потому что я хочу придумать доказательство похожее на то, что было, но вот дифференциал Дальбе. Сейчас будет вот как раз то, что сейчас будет написано. Вот если есть утверждение, симулирую утверждение, потому что сразу возник вопрос. Значит, предложение. Вот. Пусть у вас есть x гломорфно. И x есть, и x, нам так просто на прошлом слайде. Вот, а вы хотите дифференциал Дальбо, проантикоммутируется x. Вот, я хочу отметить, что это абсолютно бессмысленно, если он не голоморфен, потому что, понятно, что как бы, он просто не будет сохранять дифференциал Дальбо. В общем, голоморфность – это необходимое условие, потому что вообще осмысленно было что-то там смотреть. Вот, это дело будет половина. И здесь я пишу производную Ли из доли икса минус корень минус 1 вдоль икс. Вот. Вот поэтому оно ломается. Вот, хорошо. Но прежде чем я это докажу, я сформулирую предыдущую лемму довольно простую. Дебаг. Да, дебар – это корень из минус, это d, а половина d плюс корень из минус 1 dc. Да. Нет, я не
буквы. И D обычно равняется DBA плюс D буквы. Да. И нам просто надо написать, чем равняется D буквы. Уже приезжает просто D буквы. DBA. D буквы там не нужны. Нет. Вот, значит, перед этим давайте я эту самую лемму сформулирую все-таки. Лемма тривиальна. Стоит в том, что dc в коммутаторе с подстановкой x есть. И, между прочим, тут гламортность используется. То есть лемма, конечно, простая, но гламортность там все равно используется. Есть минус производная ли вдоль xc. Да, нам, походу, нужно будет, потому что нам будем коммутировать dc и x. Вот. Ну, доказательство, значит, и d, и в минус 1, и x. Вот, а мы сейчас вынесем и наружу. Получим и d. И в коммутаторе D с I, а тут X, который подкрутили на I, то есть XC. И минус 1. Я здесь пользуюсь тем, что и X, и в минус 1 есть и X. Вот я пользуюсь вот этим, получаю вот это. Так? Нет, я думаю, что там что-то. Ты понимаешь? Нижняя строчка. Да, самая 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 вдоль xc, значит, это будет и производная ли вдоль xc, и в минус 1, вот, а теперь производная ли коммутирует. Это что это вообще? Она гламортная. Нет, что это формула длина, которая... Вот это? Да, да. Просто координат надо написать. Даже можно не писать, на самом деле, просто немножко чего-то. Ну, например, можно проверить это просто на один формах. А дальше сказать, что вот и это у вас дифференцирование, а если они один, на один формах равны, то они равны. Можно вообще даже не на один форум проверять, только на функциях. Это уж совсем очевидно. Вот. Ну, мораль этого на самом деле вот какая. Смотрите, давайте посмотрим все дифференциальные операторы на дифференциальных формах, которые отвечают правилу Лейбница, и на на константах равно нулю. Вот. Это производный ли. То есть вы бесплатно и всегда получаете производную ли. Вам нужно просто понять, от чего это производная ли. Просто в дифференциальных операторах операторы первого порядка на функциях, это исключительно производная ли плюс константа. Как понять, что производная ли коммутируется? Это определение еще гламортного электронного поля. То, которое сохраняет и. То есть производная ли от него... Производная ли вдоль него от и равно нулю. Вот. Это было определение гламортного электронного поля. То есть то, которое ну, как бы, при действии на него и равно нулю. Поэтому его перенести сюда, они коммутируют. И они схлопнутся. То есть по определению... по определению? Ну, нет, там нужно зачистить одну. Там мы рассматривали как бы и как тензор, а здесь как оператор на формах. Да, но это же в ту же цену. Да.
Ну, согласен, да, то есть тут надо немножко попробовать понять, что происходит. Ну, хорошо, в общем, мы... Вопрос очевидный, я сказала, с X главного, что X, это тоже... Нет, это была теорема, которую я доказывал. Только что. На прошлом слайде. Вот у меня есть прошлый слайд, в котором эта теорема доказана. Ясно, мы эту теорему... Применяем. Здесь. Походу. Вот, хорошо. Ну да, теперь, смотрите, теперь у нас, пусть у нас есть голоморфное действие. Вот тор, например, на голоморфном торе. Тогда у нас и D, и DC все коммутируют с весовым действием, ну, потому что они это голоморфное действие. Вот. Ну и долгое действие. Поэтому опять мы можем пробовать считать дольбу на весовых компонентах. Этим я сейчас займусь. Понятно, да? Я посчитаю, просто возьму, посчитаю гомологию дольбу. Да, гомологию дольбу – это гомология вот этого дифференциала. Посчитаю гомологию дольбу на эллиптической кривой. То есть на двумя там торе. Вот. Но сначала я буду пользоваться неким читерским способом, потому что я просто полностью теорию Ходжа. Это облегчает жизнь, но, к сожалению, это не сильно облегчает доказательство теоремы Пуанкаре Дальбо-Гранденека, потому что там в какой-то момент нужно иметь какое-то четкое понимание о том, как эти штуки коммутируют друг с другом там, в разных направлениях. И тут, если вы будете пользоваться теорией Ходжа, то это немножко труднее. Значит, определение, эллиптическая кривая, это тор, это c по z квадрат. Причем отметить, что z квадрат вообще совершенно произвольным-то образом сидит. То есть комплексная структура, если мы хотим, чтобы комплексная структура переводила наш r1 в r2, то мы для этого нужно, чтобы z квадрат, вот это вот, тогда нам нужно, чтобы t2 было равно c фактор по не просто по z, а по гауссовым числам. И в этом предположении я, на самом деле, в какой-то момент начну работать просто для упрощения обозначений. Потому что иначе у вас окружность, у вас параллелограмм, по которому вы факторизуете, вот у вас в этом направлении у вас одно из векторных полей вдоль окружности, в этом направлении другое, а ваш комплексный поворот отправляет сюда. То есть он отображает этот вектор в какую-то линейную комбинацию двух. Эллиптических их много, они зависят от как бы, их столько же, сколько решен. Хорошо, значит. Ну да, и t квадрат действует на эллиптической кривой голоморфными дифеморфизмами. Она сама на себе действует. Про константу мы обсуждали. Вот гомология Дальбо – это ядро по образу, как всегда. Вот и следствие всего того, что мы обсуждаем. Теорию позже на самом деле. Это что дальбо по гомологии, если x это c квадрат по z, c по z квадрат, то h со звездочкой дебар от x это просто постоянная форма. Постоянная форма, это мы уже обсуждали, что такое, это форма, которая вариант относительно действия тура, либо координатная, просто постоянная в координатах. Вот. Ну, доказательства из теории Ходжа легко выводятся. Во-первых, мы знаем, что h со звездочкой дебар от x – это то же самое, что гомология. Это то же самое, что гармонические формы, то есть ядро Лапласа. Такого – это то же самое, что ядро обычного Лапласа. Теперь ядро обычного Лапласа – это постоянные формы. Потому что понятно, что постоянные формы, они замкнуты и двойственные к ним замкнуты. Если у вас была метрика на торе постоянная, тогда любая постоянная форма является гармонической. Вот. А других гармонических форм нету, потому что это уже гомология. Мы же знаем, что гомология – это постоянная форма. Вот. Поэтому то же самое, что постоянная форма. То есть гармонические формы относительно дебора – то же самое, что постоянная форма.
Вот. Ну, это не сильно нас приближает к вычислению, теоремы, точнее, к гомологии диска, потому что, ну, смотрите, вы берете какую-то депозантную форму на диске. Вы хотите ее продолжить на весь тор, а на клуб перестал быть дебарзамтом. К счастью, в этой ситуации все немножко лучше. А в общей ситуации просто совсем как бы то, что мы хорошо... Ну, в принципе, этот же аргумент работает для любого тора. Я здесь написал для эллиптической кривой, но просто по глупости. Потому что с таким же успехом можно здесь написать произведение этих самых, тоже посчитать гомологии Дальбора. Ответ будет ровно тот же, по тому же самому аргументу. Вот, но он нас ни разу не приблизит к теореме Панкара, дай бог, Тандика. Вот. Так что давайте я сделаю другое доказательство того же самого факта. Швейцария. Тут написано. Постоянная форма. То есть такой же, как драма. У нас есть dz, dz бар, 0, dz умножить на dz бар. Вот. Это все гомологии. Они все постоянные, поэтому. Ну, не 0, а 1. Сильно больше. Вот, даже в каких? Да. Но да, я правильно понимаю, что они типа. А для Кейлеров они такие же. Что это такое чудо насчет Кейлеров многообразия. Да, все это НЗЦ. Там есть какие-то способы делать это в поэтических числах, но довольно трудоемкие и, в общем... Фрабениус там запустить. И воспользоваться гипотезами Вейера. Вот. Называется поэтическая теория Ходжа. Там тоже кручения не будет, там будет купа. Что ты написал, как бы логика Дальбота, как бы дальше ромподжи? Они есть ромподжи, ну для Кейлера многообразия. Они же равны обычным гомологиям. Я как раз ПК умеет разложение ПК, так что там есть ромподжи. Для гомологии Дальбота тоже есть? Но они равны гомологиям Дерама, да, на Кейлера многообразия, поэтому все то же самое есть. Потому что у них общий Лаплас. Ну, это, по-моему, для того, что мы не доказали, что их ядро вычисляется Лапласом, но это как кусок теории Ходжа. Вот, совсем вопрос. Дельта с чертой – это какая-то Лаплас дебар – это дебар. Дебар со звездочкой плюс дебар со звездочкой дебар. Вот. Но он, если умножить на 2, то будет Лаплас Дерама. Это было доказано. Что с ним? Ну, вот половина Лаплас Дерама. Это доказано. Это был, ну, такой факт в лекциях. Вот. Там просто надо раскрыть скобочки и убедиться, что там почти все улетает. Кроме тех кусков, которые... Для Кейлера, конечно, никуда не верно. Вот, хорошо. Дельта с чертой, оно как бы... Лаплас, в смысле, дебар с чертой. Нет, что такое дебар? Дебар, он здесь где-то был написан. Нет, он стерся. Дебар – это дифференциал Дерама, у которого взяли 0,1 честь. Его можно явно выписать там, через две dc. На форму действия. Если лямбда – то просто делать лямбда – как бы. Да. Вот. Хорошо.
опять-таки теорема, что у вас есть отображение из лямбда со звездочкой. Вот Тн здесь можно написать, но это что-то Т2. Т2 постоянно в лямбда со звездочкой Т2. Индуцирует изоморфизм на комовую дальбу. Ну, здесь потенциал дальбу не действует, поэтому получается просто то, что было на прошлом слайде, внушение изоморфизм. Вот. Ну, доказательство совершенно такое же, как было, даже немножко проще. Вот, мы ищем доказательства. Давайте сделаем весовое разложение. Смотрите, нам нужно доказать, что все... Нужно доказать, что все альфа-ПКО, это я здесь опять написал весовое разложение, где ПКО не равно нулю, дебар... как мало, да, и дебар замкнутая, дебар точно. Вот. Точно так, как было в этом аргументе с комологием Дирана. Там P или Q не равно нулю. Правильно так написать, не равно 0,0. Вот. Где там уже одного достаточно, чтобы был не ноль, то и второй будет. То есть там как бы это уже этого достаточно. Вот, ну, сейчас будет видно. Вот, значит, мы берем, мы выбираем x в касательной вектору таким образом, чтобы производная ли вдоль x от альфа pq равнялась корень из минус 1 p. Вот та производная ли от xc, от альфа-пк, вот это уже не очень понятно, чему равно, но какая линейная комбинация в альфа-пк, в альфа-пк, где в это какая линейная комбинация, как у меня здесь написано, как, в общем, лежит в корне минус 1 r. А потому что это же окружность. Окружность себя действует чисто мнимо. Ну а в синус и косинус раздавается. Ну, окружность, если сохраняет метрику, она действует как U1. А если она действует как U1, то это не чисто мнимо. Ну, алгебра или чисто мнимо. Это здесь написано. Это же действует алгебра или нет. А потому что эта штука лежит в той же алгебре или. А это собственное пространство, это алгебра Ли. Мы только не знаем, какой там вес будет, потому что это же не второй, ну, как бы я говорил, это был бы второй вес, если бы это была бы квадратная решетка. А пока она еще не квадратная. Она сейчас будет квадратная, в следующем слайде. Да, а производная от xc, ну, как-то она выражается. Мы не очень знаем как, но это и не важно. Тогда значит корень из минус 1 p плюс v делить на 2 умножить на альфа q. Альфа имеет вес относительно то из половины производная ли x минус корень минус 1 производная ли x, да, слушай внимательно. Там на x. Вертичка их не обратно. Да. X это там горизонтальная вертикальная. Да. XC это там вертикальная, но да. Оно как, там как-то наматывается на это. Как наматывается. И никакое там не, никакое не действие окружности. Есть окружность, да. Поэтому там вот поэтому тут стоит В. Это линейная комбинация весов. Веса – это как действует одна окружность, как действует другая окружность.
А это поле – это линейная комбинация этих двух векторных полей. Ну да, поэтому здесь какие-то весы, которые будут линейной комбинацией этих весов. Ну, просто у нас есть двумерная алгебра Ли, которая действует, вот это действует с весом P, это действует с весом Q, это действует с весом P. А вот у нас какой-то вектор здесь. Каким весом действует? Ну, с таким, который получится, если это было лямбда первый вектор на мю второй вектор, то это будет лямбда Q на мю P, плюс мю P. Но это не важно, какая линейная комбинация, какая. Все нам мнимое, поэтому оно, нам, они разные, как бы, одно этих вещественное, другое мнимое, поэтому они вообще как бы другого не мешают. Почему вообще такая производная линия, которая при действии получает... Это весовая форма, поэтому образующие наши алгебралины, они действуют, как это действует как P, это действует как P. А XC – это какая-то линейная комбинация этих образующих. Здесь от решетки, да, от выбора решетки. Ну, там будет корень из двух, корень из трех, да, и из трех. Зачем нам еще треугольник рассматривать? Здесь мы рассматривали с самого начала. Ну, это был квадратный рассматривание, но я просто хотел любой теоретический кривой доказать. Потому что понятно, что ну, априори эти гомологии вообще могли быть разные. Разными. У нас разные параллелограммы. Эллиптическая кривая однозначно задается этим параллелограммом. Там четырехугольник, а не шестиугольник. Да. Нет, а нет, есть некоторые очень хорошие эллиптическая кривая с шестиугольной. Называется, там вот есть две эллиптические кривые, у которых больше автоморфизмов, чем у любых. Вот такая эллиптическая кривая, где вот, вот этот вот параллелограмм, и квадратная. Вот у этой автоморфизм порядка 6, как видно. Вот так, поворот на 60 градусов. Это эллиптическая кривая. Ну, у которой есть автомобиль порядка 6. Четырехугольник. Называется комплексное умножение. А еще квадратная, у которой автомобиль порядка 4. То есть у нее один вектор два раздлиннее, чем другой, и угол между ними 60. Не в два раза длиннее. Нет, это да. У нас два поражающих вектора должны. Вот для этой решетки у нас два поражающих вектора. Это и это. Шестиугольник где? Шестиугольник вот. Какие два поражающих вектора? Вот это такая специальная эллиптическая кривая. Где? А шестиугольник вот. Ну там я его могу дорисовать, если тебе очень хочется. Вот. Я не понимаю, зачем вы рисовали себе четыреугольник? Ну, Влад просила. Шестиугольник или эллиптическая кривая шестиугольник. Вот я нарисовал. Сейчас. Физическая кривая, у которой автомобиль порядка 6. Она очень специальная. Сейчас. Ну, я, может быть, что-то не понимаю, но насколько я представляю себе, эллиптическую кривую можно все-таки реализовать именно четырехугольник. Вот, вот здесь нарисовал четырехугольник, вот он. Любой. Четырехугольник, но не любой, да? Параллелограмм. Нет, я имею в виду то, что любую эллиптическую кривую я могу представить в виде четырехугольника. Ну, конечно. Разные эллиптические кривые будут разные природы. Вот есть две эллиптические кривые, которые особенно хорошие. Они называются эллиптические кривые с комплексным умножением. Одна из них с квадратиком, у нее есть комплексное умножение, автомобиль порядка 4. А другая с шестиугольничком, у нее есть автомобиль порядка 6. Вот. Все. Два вектора, одно зрение. Да, да. Нет, он чего угодно получил, но просто автомобиля больше не будет. У всех остальных эллиптических кривых никаких интересных автомобилей. Там есть просто там, их идет минус x, и все. Ну вот, как бы, ну да. Кто ходил на лекции Пинского, должен знать. Да, это должна знать. Вот. И с квадратом тоже там что-то максимально на самом деле. Я не помню, что он, да, может быть, там соотношение между первым и вторым собственным числом. Но вообще это все как бы для Пинского важные кривые. Вот. Хорошо. Давайте все-таки договорю. Человек
еще у нас было. Я рассказал, как у меня была вот эта формула, я даже успел доски написать. Вот. А черт, я, по-моему, стер следующую форму, которая мне тоже нужна. Ну ладно, тоже стер. Получаем половину производной ли вдоль х минус корень минус 1 производной ли вдоль х, определенный к альфа. Это дело равно, естественно, коммутатору, антикоммутатору дебар и х альфа, и х на альфа, альфа на 5 раз тут. И это, в свою очередь, равно, потому что альфа по нашему условию дебар замкнуто, это будет дебар и х альфа. Вот. Ну а с этой стороны эта штука равна p плюс корень минус 1 v пополам на альфа. Так, пинг-понг начался. Периодически там еще начинается этот самый из Хиллрайзера. Как-то как Ламаршан конфигурация, как Lemon Configuration прыгать. Это особенно весело. Или корова, еще там корова, наверное, начинает прыгать, такая здоровая. Ага. Ну там чисто это как там 100 каких-то этих сценариев, и они запускаются с примерно с равной вероятностью. Так, ну хорошо. Ну все, мы получили. Это не нулевое число, ну, потому что P уже не нулевое бесплатно. Про какое V мы не знаем, но это уже не важно, потому что они. Это как бы. Это тоже вещественное число. Вот. Получаем, что альфа из точности следует замкнутость. Из замкнутости следует точность. Я был внятен? Не совсем. Вот мы получили такую формулу в итоге. Вы позволяете нам считать многие дайбон на Торе, по крайней мере. Да, чем не нулевые. Угу. Хорошо. Вот, давайте сейчас я буду таки докажу теорему Лема-Панкарда и Бобра-Гандека просто для размерности 1. Это такая штука, которая, в принципе, она следует некоторой теореме Каши. Давайте я скажу теорему Каши. Да. У нас еще есть формула на производные линии. Да, то вот это. Абсолютно. То есть, для того, что у нас есть. Нет, ну при желании можно это сделать для любой однородного многообразия, немножко потрудившись. Нет, для Лябедева, естественно, но даже для однородного, там, типа каких-нибудь Грасманов. Вот. Ну, хорошо, значит, теперь я хотел вам все-таки рассказать про, смотрите, вот у нас есть просто диск, и у вас есть функция, форма объема ню, значит, она лежит в 1,1, это диск, 1,1 форма, и вы хотите найти альфа такая, что дебар ищем. А такая, что дебар от альфа есть ню. В принципе, можно еще проще сделать. Можно сказать, давайте найдем, ищем f такой, что дебар от d от f равно ню. Вот, а это Лаплас. То есть, по сути, мы обращаем Лаплас. Это решение. Смотрите, это просто, я пытаюсь доказать, что старших гомологий дальбо нет. Вот. Потому что любая форма ню, которая лежит в лямбда 1,1, уже дебарзам это бесплатно, я хочу, конечно, дебар точная. Вот. Для этого я пытаюсь раскрутить вот этот, решить задачу Дирихле. Вот. Это, к сожалению, геморрой. Вот. Оказывается, что с Тором все получается гораздо проще. То есть можно не возиться. Но единственное, что
конечно, если бы это, потому что комплекс структур у нас уже плоская, плоских координат, у вас много автоморфизмов. Если бы не было автоморфизмов, то вы бы эту задачу не могли бы решить тем способом, которым я ее решаю, и пришлось бы вот, честно решать ее, как Дирихле решал там. Как Дирихле решал? Вы это оригинально тоже слагал, да? А как? Вот. Но, то есть задача, которую мы сейчас решаем, это просто на самом деле сюрективность Лапласа. Ну, морально говоря. Вот, значит, утверждение. Пусть у вас это лямбда n от n, старшая форма. То есть форма объема. Вот а тут почему-то все. Нужно. Старшая форма. Возьмем это 0. И интеграл от этого равен 0, тогда ее нулевая компонента, тогда это 0 равно 0. Ну и наоборот, если более того, и всегда интеграл от этого есть интеграл от этого. В смысле, это 0, это tn инвариантная компонента. Ну, это реально, на самом деле, наблюдение. Мы берем любую форму, и мы ее просто проектируем, берем ее инвариантную часть относительно. И оказывается, что это то же самое, что объем можно брать от нее, а можно брать от всего остального. Вот. Ну, то есть надо доказывать, что доказательство на H1 параллель Pn S1 действует не нулевой константой, а интеграл не может меняться. А интеграл инвариантен относительно дифоморфизма. Поэтому все остальные формы весовые, все остальные весовые компоненты, они имеют нулевой интеграл. Хорошо. Дальше мы утверждение и предложение. Это как раз для Дальбо, но для старших форм. Пусть у вас есть это, лежащее в лямбда 2 от x, x-эллиптическая кривая. Ну, собственно, для Тора это тоже верно, для старшей формы. Вот. И интеграл от это равен 0. Тогда это есть дебар от f. Вот. Заметьте, это не для диска, а только для Тора. Для диска на следующем слайде. Значит, доказательство. Мы берем весовое разложение. Это и сумма по всем весам альфа в z квадрате. Это альфа. Вот интеграл по тору, по х, здесь n написано, это в принципе x, прошу прощения. А от это равен нулю, то тогда это есть сумма альфа принадлежит z2 без нуля на это альфа. Вот. У ней 0,0 компонент отсутствует, а все остальные компоненты точные. Вот. Можно даже явно написать на самом деле. Это вам нужно взять вот этот вот ряд, который был. Вот. То есть обратный оператор можно написать явно в терминах, собственно говоря, наверное, сегодня уже не успею, но при доказательстве Дальбо, теоремы Пуанкаре Дальбо-Гротендика, этот оператор будет явно написан как
обращающий дебар. Ну хорошо, это не все, не вся, не все. По многим причинам это не все. Давайте поедем дальше. Вот. Тем не менее, я хочу сделать для кода подмножества в диске. Здесь даже одна связанность этого подмножества не нужна. Где-то, наверное, нужно вот дальше. Я не мог понять, где она нужна. На всякий случай написал, берем диск. Но здесь точно не нужно. Значит, следствие. Пусть у нас К в С компакт. Компактно. Вот К0 – это его внутренность. Это лямбда 1, 1 на К0 продолжается до гладкой формы в окрестности К. Тогда это есть дебар от альфа на К0. В предыдущем я это дело обращал для формы, которых нулевой интеграл. А сейчас это обращаю не для формы, которых нулевой интеграл, а для формы на диск. Ну, не на диск, а под множество С. Но... Нам нужно только на диск. Находишь такую форму, что D бар UA. Ну да, нахожу такую форму, которой... Только у меня здесь это. Это. Ну да, это. А здесь, наверное, было мю, да? Ну, еще не важно, что это было. А, то есть для Тора... Для Тора мы же это решили задать. Сейчас я решаю для диска. А как это случилось? Для Тора как решили? Но для Тора мы решили не для любой формы, а для формы, которую нулевой интеграл. На предыдущем слайде. Воспользуйтесь формулой три звездочки. Вот формула три звездочки. Формула три звездочки, она для весовой компоненты обращает дальго. Вот, а дальше мы... То есть мы не выходим в прообраз для компоненты, для весовой компоненты? Да, не нулевой. Вот, ну, дальше... Это как было вообще производное? Да, да. Мы разлагаем по весам, ну, по гармоникам разлагаем, на самом деле. То есть эти веса, это как бы научно говоря, называются гармоники. А это одно и то же, это одномерное, потому что там нету лямбда 2,0 или лямбда 0,2, потому что она комплекс размерности 1. У нас ли вдоль в угол, это более противно, или в весах? Нет, оно на нулевых весах всегда обратимо, но не очень понятно, что такое веса, если это абстрактное гламортное векторное поле, которое не является куском окружности. То есть нам, чтобы поговорить про веса, нужна окружность. Или там тор. Хорошо. Не давайте я доказательство напишу. Но мы возьмем очень большую решетку и будем считать, что К лежит в торе. Ну и небольшая окрестность К лежит в торе, что просто там как бы настолько она там лежит просто в каком-то квадратике этой решетки. Вот, имеем полное право. Вот. Ну и мы возьмем, воспользовавшись по разбиением единиц, мы даем такую функцию, называется cutoff function, которая равна единице на К0 и нулю вне какой-то окрестности. Значит, ρ – это функция на торе, такая, что ρ на К0 равно 1, и ρ в ограничении на x без k эпсилон, то есть эпсилон окрестности, равно 0. Ну и мы умножим нашу эту самую функцию, нашу эту форму вот на эту функцию ρ. И продолжим ее нулем во весь x. Это теперь можно сделать. Потому что она равна нулю в некой ответственности. То есть она равна нулю в некой ответственности нашего К. То есть продолжим. Это до гладкой. Формы, два формы,
на x. Вот. Ну, мы получим, что это минус... Ну, у меня буква обозначается, тоже это. Или это с волной. Черт, у меня тут, конечно, с обозначениями беда, потому что была это с волной. Вот мы это с волной, значит, это получилась гладкая форма это с волной, мы это с волной разложим в это с волной 0 плюс сумма это с волной p. Альфа, где альфа принадлежит z квадрат без p, без нуля. Вот это весовое разложение для это с волной. Вот. Причем она, поскольку это два формы, то дебар убить некуда, поэтому она дебар замкнута. Поэтому это с волной есть дифференциал от какой-то мю, вот этот уже точно бесплатно, плюс это с волной 0, которая постоянная. То есть равна dz. Равна dz с палочкой. Ну, может, на какую-то константу. Там. C. Вот. Но я хочу отметить, что вот это, она вообще-то на диске замкнута, потому что она является дифференциалом. Вот эта штука есть дифференциал от c dz, дебар от c dz назад с палочкой. Ну, какая-то константа. Ну, мы же не знаем, какая константа. Она вообще может ноль быть. А? А потому что это ноль, она постоянная. И постоянный коэффициент. Вот. Ну и все получили. Это точно, это точно. Все точно. То есть мы как бы отдельно для нулевых компонентов воспользуемся этой всей наукой, а для нулевых компонентов, конечно, просто все руками делается явно. Вот. Ну, следствие из этого можно получить для... Теперь мы доказали прямо изумление Камало и Дальбо в старших формах, а можно доказать то же самое и для не старших форм. Ну, на самом деле, тут у меня какой-то аргумент, но тут аргумент не нужно, просто надо везде, потому что у меня написано на доске, теперь написать, вот у вас была 1,1 форма, а теперь давайте считать, что это была 0,1 форма. Вот. Но эта 0,1 форма, она всегда дебар замкнута, поэтому можно продолжить. Это гладкой 0,1 форма. Просто, ну, она осталась все равно дебар замкнута. И применить все то же самое, это будет, только здесь у нас будет вместо dz умножить на z dz с палочкой, у нас будет здесь стоять просто dz с палочкой и z с палочкой. Ну, потому что если мы будем продолжать не до 0,1 формы, а до, там еще будет 1,0 компонент, она перестанет быть дебар замкнута. Поэтому нужно обязательно продолжать до 0,1 формы. Это гладкий вопрос. Но я с самого начала говорю, что она уже продолжается до 0,1 формы. Небольшая ответственность. А дальше я делал с котов на тот же аргумент. Она не будет гламошной, конечно. Она как бы, ну, она, у нее условия замкнутости тривиально, потому что она уже 0,1. Дебар от нее равен нулю. Одна, постоянная. Вот тот же аргумент. Вот здесь написано, что с ней делать. Вот эта вот форма является c умножить на dz с палочкой. Вот dz, она является d с палочкой, а cz с палочкой. Cz с палочкой – это функция. Она, конечно, на всем торе не имеет смысла, потому что тор – это c фактор по z квадрат. Но локально она имеет смысл. Там, в квадратике. Наша k лежит в квадратике этого тора. Поэтому просто мы этот квадратик поднимаем на c и пишем там эту координату. Офигительно. Я на самом деле собирался еще рассказать это дело для всех, но уже совершенно чудовищно затянул. Сейчас. А чего? Она осталась дебарзамта, потому что она просто типа 0,1. То есть использовать там как бы нечего. Ну конечно, потому что это же просто умножение на функцию, ничего не меняет. Комплексная размерность 1 мы очень сильно используем всего. Да, да, да. Вот. И это, наверное, все, потому что, да, ну вот просто показываю вам Лемпен-Крадель-Богрен-Лига. Я собирался, на самом деле, сегодня рассказать, но уже все. Можно вопрос на Лемпен, который был в самом начале, по поводу того, что если у нас есть гламотное поле, то тогда
Да. Вот мы в нашем тесте показали то, что вот то, что, ну, да, мы взяли из... Ну, просто мы ее получили в качестве координатной, ой, не в ту сторону, а в качестве координатной формы. Просто из этого вывода мы можем понять, что производные линии от XC тоже там, вот. А потому что координатное, координатное векторное поле. Производная, почему производная линия вдоль XC и... Ну, потому что XC, XC это D по D. Y и T. Вот, поэтому ее экспонента делает так. Она берет Z1 и т.д. Zn и переводит это в Z1 плюс корень из минус 1 константа, вещественная константа, Z2 и т.д. Zn. То есть она действует как сдвиг, только не в горизонтальном направлении, как X действовал, а в вертикальном по первой координате. Вот. А поэтому она гламовная. Ну, раз она голоморфна, то ее производная линия вдоль нее сохраняет оператор комплекс структуры более по определению. Голоморфность, она как по определению выражена от И равняется нулю. Да, но это то же самое, что соответствующий поток дифморфизм сохраняет И, то есть является голоморфным. Вот здесь даже написано. То же самое, что соответствующий поток дифморфизма голоморфный. Так, друзья, мы практически закончили, у нас имеется слайд, листочки, вот, берите их.